Теперь двор шестого дома на улице Варвашений стал местом притяжения местных жителей. Здесь сделали капитальный ремонт. Изначально мы планировали здесь еще сделать большую стоянку для машин, но когда были общественные обсуждения, люди от стоянки отказались. В первую очередь, возле каждого дома из пяти выполнено устройство первой пешеходной связи из плитки. Мы произвели устройство велогаража на 25 велопарковочных мест. Произведено устройство спортивной площадки, детской площадки, площадка для отдыха здесь подготовлена и постплощадка. Больше гектара площади отремонтировано. Уличное освещение выполнено здесь. Игровые и спортивные площадки уже успели оценить школьники. Здесь раньше вообще площадки не было. Мы сюда обычно ходим погулять, мы можем закупиться всякими вкусняшками, прийти сюда. Здесь очень весело, качели хорошие, все хорошее. Мы сюда ходим перед школой погулять. Хочется сказать, конечно, огромное спасибо за то, что двор по-настоящему преобразился. И я надеюсь, что у людей будет стимул оберегать, сохранять то, что есть. Здесь, ну, можно сказать, был пустырь, просто как бы зеленая зона. Все, для детей не было ничего абсолютно. Все недостатки эти учтены, и все это благоустроено, выполнено. Детки радостно вон играют на детских игровых площадках. От всех жителей говорим спасибо, большое спасибо. Но на этом коммунальные службы не останавливаются. Капремонт запланирован и в других дворах района. У нас сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт дворовой территории Ташкентская, 22, корпус 3, корпус 4. В следующем году у нас будет проектироваться капитальный ремонт двух дворовых территорий. Это у нас Пофилатово, там большой комплекс домов, это будет 3, 5, 7, 3А. 5А. И у нас еще будет на Убаречье 52.